Харьковская выставка, которая сегодня проходит на площади, это уже 19-я по счету. Сегодня здесь больше 40 автомобилей и 5 мотоциклов. В частности, здесь есть автомобили за моей спиной Морган 1909 года, которые получили призы в городе Киеве на всеукраинской выставке. Это Морган 1909 года. Здесь предоставлена эта машина. И мы рады, то, что пополнение нашего сообщества идет за счет молодежи. Представляем на этом мероприятии «Москвич 408». «Москвич» участвовал в прошлом году в «Старая карта», было мероприятие. В этом году мы закрываем сезон и представляем ее в обновленном варианте, как бы сделано специально для пробегов, для всяких спортивных соревнований в классе ретро-автомобилей. Мы ее полностью восстановили, она полностью оригинальная, сделана полностью покраска, перебран двигатель, сделана полностью ходовая, перебран и перетянут полностью салон. В принципе, в оригинальном состоянии являться примером для того, чтобы все, кто имеет желание или возможность, участвовать в этих соревнованиях или ретро-выставках, которые проходят в нашем городе и по Украине.